Привет, друзья! Ну вот оно, наконец, долгожданное видео. А что же я накэшбэчила благодаря своей любимой карте Альфа. Кто еще не знает, покупая по карте Альфа, мы возвращаем кэшбэк деньгами. То есть сейчас будут продукты, которых либо не было, либо я за них платила свои реальные деньги. А так это деньги как бы накэшбэченные. Долго не снимала заказ, потому что ждала именно вот этот вот комплект постельного белья. Он шел ко мне с мегамаркета, но не сказать, что он запоздал, но пришел срок. Короче, неделю пришлось мне его где-то ждать. Не первая моя покупка вот такого постельного белья с готовым уже одеялом. То есть не пододеяльник, а одеяло в пододеяльнике. Мне так понравилось. У меня уже два комплекта примерно таких, да. Мне прям очень-очень нравится. Вот, поэтому, кому интересно более подробно, пожалуйста, пишите в комментарии, я вам все более подробно расскажу про эти комплекты, если вдруг вы ими еще не пользуетесь. Далее, я решила немножко обновить ванну. Мы поменяем сейчас там смесители, все оба два, да, ну и хочется чуть-чуть маленько навести какой-то красивый марафет. Вот, у меня есть вот такие вот полочки на ВБшке я заказала. Одну сейчас покажу вам. Вот такие вот прикольненькие слоники. Скажите, да? И они большие, нормальные. По-моему, там от 3 до 5 килограмм. Но я, наверное, столько ставить не буду. Вот так вот рядышком их прилеплю. Они без сверления, то есть на липучках. Ну, таких специальных, да, креплениях. Все в комплекте, все есть. Милота. Дальше еще такие крючки взяла. Это тоже для полотенец. Ну, они такие хромированные. Тоже без сверления. Знаете, так, чтобы все по-быстренькому замутить. В комплекте 4 штучки. Вот, вот такие вот красивые. Ну, вот это понятно. Отрепляется штука, да? Оп. То есть они полностью вот такие вот. Вот. И еще. И еще для ванны у меня есть вот такой вот органайзер. Он у меня висел старый, вот, наверное, слушайте, лет 10 отслужил, это точно. А решила все-таки обновить. Это вот такие, как показать. Он очень длинный, он то ли длинный. Вот, то есть здесь 3 кармашка. Я его вешаю на дверь с обратной стороны, да, это очень удобно для хранения разной мелочевки. Полотенчики также я сюда складываю, ну, маленькие, да, вот, там, я не знаю, запасные какие-то зубные пасты, щетки, мочалки, в общем, все, что угодно, очень удобно. Тоже вот так на крепление, на дверь они вешаются. Классная вещь. Люблю такие вот органайзеры. Из вещей все, мои хорошие, но у меня еще есть одна вкусная. Вкусняшная вкусняшка, которую я тоже заказала. Целый килограмм полезные сладости. Ну, насколько они полезны, я не знаю, ничего не проверяла. Сейчас как бы вот взяла, да и взяла. Ну, это фрукты. Там здесь 4 разных вида. Вообще, там можно выбрать именно то, что вам нравится. Инжир, финик, абрикос. Вот. Короче, это сухофруктики в шоколаде. Чернослив, я сорти взяла, финик, инжир и абрикос. Вот, это очень-очень вкусно, это очень-очень сытно. Одной конфеты, допустим, достаточно попить чай. Но если очень хочется, можно 2. А если 3, то ты уже просто объешься. Они большие, давайте попробуем. Абрикос я пробую, я инжир еще не пробовала, кстати. Вот, смотрите, какая она большая, толстая, я не знаю, 100 грамм, наверное, весит. Ну, может быть, 50. Па-бам! Ну, вот, выглядит это именно так. Это очень сладко и вкусно. Угу. Без чая, без воды вообще невозможно. Ну, вот и все. Много замечательных вещей вы у меня увидели. Ссылки все оставлю под видео. Кому что интересно, заходите, спрашивайте, заказывайте. И, конечно же, рекомендую, если у вас вдруг еще нет такой замечательной карты, закажите карту, как у меня. Она даст вам кэшбэк
деньгами 5% на продукты, на маркетплейсы, может, на АЗС, на аптеки, на здоровье, на фастфуд. Ну, очень много-много разных категорий. И самое, конечно, классное, это то, что кэшбэк возвращается реальными деньгами. 10 числа мы переводим их на карту и, пожалуйста, вот, пошли покупать все свои желалки и хотелки.